What do you already know about Kazakhstan? But from their dance culture. Oh my goodness, I love a lot about. Да, конечно. Их выступление было великолепным. Я знаком с казахскими танцами, но с каждым годом их выступление все лучше и лучше. Очень профессионально. How did you like the mix of young kids and the always. Очень понравилось. Это единственная страна, где дети выступали наряду со взрослыми. Даже я никогда не практиковал такое со своей группой. Вчера я посмотрел представление Казахстана. Дети, молодежь. Это было великолепно. И что самое важное для меня, это чувство. Я видел их движения, их гибкость, их глаза, эмоции на лице. Я смог прочувствовать казахстанскую культуру посредством их костюмов, движений, музыки. Это было чудесное представление. Их было 60 человек на сцене, а такое чувство, будто их было 80. Браво! Это было великолепно. Мои поздравления. Я хорошо знаю казахские танцы. Для меня главное не эмоции, а история, которую изображает танец. Я обожаю разгадывать историю, которую передает танец. Нужно хорошо сосредоточиться, чтобы понять историю, передаваемую танцем, так как это не моя страна, не мой язык, не моя культура. И мне это очень нравится. И да, мне нравится следить за вашим творчеством, опытом работы и то, как вы объединяете детей и взрослых в одном представлении.